Поддержка жителей города Севастополя на 15-20 годы в этом году предусмотрена 35 миллионов рублей именно для выплаты компенсации на капитальный ремонт ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны 41-45 годов. На сегодняшний день уже выплачено 296 людям, каждому по 100 тысяч, то есть 29 миллионов 600 тысяч уже освоено. И сейчас у нас уже 79 пакетов документов собранных, которые мы должны рассмотреть на комиссии. Проект постановления связан именно с кадровыми изменениями, которые произошли в правительстве Севастополя. И чтобы не терять время, чтобы люди могли, мы понимаем, что достаточно преклонного возраста жители нашего города, и мы очень переживаем, и очень нам бы хотелось Департамент труда и соцзащиты и правительство Севастополя, чтобы они успели, получили, порадовались, почувствовали поддержку, защиту со стороны государства. Мы прогнозировали на, соответственно, 350 человек, 35 миллионов, я сказала, по 100 тысяч компенсация на каждого. Но уже мы понимаем, 296 человек выплачено, 79 пакетов документов, это большая цифра, нетрудно ее посчитать. И мы надеемся, что мы и еще найдем ветеранов-инвалидов. Мы ищем, мы проводим достаточно широкую информационную работу. Мы практически заходим к каждому, общаемся уже не только с детьми, но и с внуками. У нас есть возможности, внутренние резервы в рамках программы перераспределить средства. То есть переживать за то, что денег не хватит, не стоит. Мы ведем соответствующее рабочее общение с департаментом финансов города Севастополя. Они знают, что нам необходим будет дополнительный объем ассигнований на эту меру соцподдержки, на эти мероприятия. Поэтому прогнозируем, что еще будет больше, 400, может быть, даже больше. Районное управление труда и социальной защиты населения города Севастополя, департамент, это структурное подразделение департамента, переехало с площади Восставших 6 по адресу улица Пушкина 2. Теперь они там размещаются. Вы знаете, там размещалась полиция, первый этаж они частично освободили, поэтому мы частично вот в эти освободившиеся помещения переехали. Там ведется прием, то есть переезд осуществлялся на выходных, это никак не повлияло на приемные дни.